вами снова Donato Space. И сегодня у нас ретро-выпуск моей коллекции мини-фигурок по серии LEGO Agents. И сегодня я покажу их всех. LEGO Agents — это была одна из самых моих первых серий LEGO, которые я когда-либо купил. Ну, после Exaforce, конечно же. Мне очень нравилась эта серия, я всегда мечтал вот этой фигурке. Slime Face. Или Доктор Дизастер, в зависимости от того, какой набор вы брали. У меня есть набор Deep Sea Quest, который я давным-давно хотел. И это Slime Face. Есть также набор поменьше, где есть Доктор Дизастер, хотя это технически один и тот же персонаж. Ну и давайте начнем с его фигурки. Фигурка выполнена в очень интересных цветах, такой зелено-черно-оранжевый. На самом деле, суть агентов — это в том, что они должны остановить доктора Инферно, злобного гения, который собирается захватить Лего-город. У него есть множество хенчменов, киборгов и просто вот таких вот маньяков. Ну и Slime Face — один из них, один из моих любимых злодеев. У него имеется маска, которая была использована еще в серии Insectoids. Очень интересная деталь. И у данной фигурки прозрачное лицо, что немаловажно, так как это его отличительная черта. Вот такая вот замечательная фигурка. Это Slime Face. Далее у нас есть Joar. Точнее, Shark Joe, или как-то так его зовут. Этот чувак у нас помешан на акулах. И большую часть своего времени проводит в море, захватывая агентов. Ну и вот как выглядит его фигурка. Если мы снимем это забрало, мы можем увидеть его мутировавшие зубы. Одев обратно его шлем, он становится еще больше, более грозным противником нашим агентам. Агентов у нас есть довольно-таки много. Основной из них — это агент Agent Chase. Вот такой вот агент, он почти в каждой миссии присутствовал. И отличительная черта всех агентов — то, что они по большей части друг на друга всегда похожи. И во многих наборах они одинаковые. Есть множество других агентов, которые помогают агенту Chase. В самом маленьком наборе, в котором идет Софист, вот этот чувак, которых у меня 5, благодаря моему доброму подписчику Сергею, который мне 3 штуки прислал. Можем видеть, вот тут 2, тут 2, еще один вот здесь. Только не с той прической, не с крюкат, а с обычной. Ну и так, Agent Chase у нас есть на таком вот джетпеке с вентилятором, дабы он мог гораздо легче найти и схватить Софиста. Далее у нас есть еще 3 агента, которые стоят позади него. Ну и злодеи. Отличительная черта всех злодеев — то, что сзади у них имеется символ Доктора Инферно. Ну а сам Доктор Инферно — это фигурка шедевральная. К сожалению, у него немного стерто его... На его волосах должны быть еще такие 3 оранжевые полоски. Но они стерлись, потому что я с ними играл 8 лет, когда он у меня появился. И вот, видите, у него здесь клеем намазано, потому что у него туловище начало раскалываться. К сожалению, эта фигурка у меня в плохом состоянии, но все потому, что я с ней играл. Ну и хорошо, что она хотя бы дожила до этих времен. Прожила уже 9 лет в моей коллекции, учитывая то, что я был маленьким и играл с ней. Далее у нас еще 2 Софиста. Сзади у нас есть Gold Tooth, золотозубый. Всегда любил золото и любит поживиться в банках. Еще один Софист, этот кибернетический отморозок. Еще один Gold Tooth, только в шлеме. Далее идет более новая серия под названием Ultra Agents, которая, так сказать, highly based, то есть основана на обычных агентах. Это Bad to the Code. Это у нас самый главный злодей из следующей серии агентов. И его приспешник. Тоже такой Slime Face. И вот такой вот. Также злодей, похожий на эту Фейса. Также токсичен, и, видимо, токсичность разъедает его одежду.
Также имеет прозрачное лицо, но оно немного другого оттенка, нежели лицо Слаймфейса. Есть также еще один хенчмен, но он уже обычный. У него никакой персоналити нету. Далее у нас еще два агента. Это еще одна версия Agent Chase и Agent... Я его назвал всегда Маркус, не знаю почему. Далее у нас есть один из интереснейших особ, которые служат доктору Инферно. Это Спайк Лобс. Спайк Лобс у нас вооружен таким пистолетом. У него имеется 4 глаза, встроенные прямо к мозгу, проведенные проводами. И у него нет обычных ног, у него вместо этого имеются целых 8 вот таких вот конечностей, с помощью которых он может очень быстро перемещаться и вскарабкиваться по стенам, дабы обнаружить всю полезную для доктора Инферно информацию. И он у меня стоит вот так и занимает достаточно много места. Далее у нас есть другие агенты из более новой серии. Они более детализированы, но все же не такие раритетные, не такие классные. В любом случае, они все же дополняют друг друга. Итак, друзья, вот такая вот у меня, хоть и не особо большая, но довольно-таки красивая коллекция фигурок LEGO Agents. Если вы хотите, если это видео наберет больше 300 лайков, я сделаю видео по коллекции моих наборов LEGO агентов. Пишите в комментариях, если хотите увидеть коллекцию моих наборов Space Police, Power Miners, Exoforce и, возможно, Castle. Жду ваших откликов и лайков под видео. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока!